Дали сегодня еще такие хлопья. Соленые чуть-чуть. Солью они. И с приправами. Дали такой соус. Вот так он выглядит. Дали 2 кокосовая вода. Дали 1 консерву кукурузы, фасоль, томатные кусочки в томатном соусе, как свежие помидоры на вкус, зеленая стручковая фасоль, они внутри вот такие резанные, и бенз, это тоже фасоль, garden bens, не знаю какого цвета, не рекламируют. То, что мы не кушаем, я раздаю знакомым, кто не ходит, кто работает, фудбанки не ходят, вот. Им раздаю я то, что я не кушаю. Или наелись, так скажем. Вот такой вот индюк нам. Индюшан. Туркей. Это индюк называется. Вес я не знаю, сколько тут. Он копченый индюк. Такой вот. Когда мне его давали, дополнительно спрашивали. Вы кушаете порк еще? Свинину. Там такие большие кусочки свинины еще раздают. Я сказала нет. Поэтому нам индюк дали. Хотели еще консервированные курицы давать. Я сказала, что мы не кушаем. Когда нам мне дают, так я раздаю их. Мы наелись, мы свежую курицу только кушаем. Я имею в виду, которую нужно готовить. Нам еще дали вот такие вот упаковку целую йогуртов питьевые. Я их еще не открыла, сейчас открою. Не знаю, даже написано 36 штук здесь. Сейчас не знаю даже, как открывается. Куда она откроется? Вот так вот внутри выглядит. Пару штук вытащу. На вкус клубнику рекламируют. Сейчас не знаю, здесь как будет. Вот клубника-банан. Клубника-банан. Знаешь, целая упаковка такая. Клубника-банан. Давай с другого ряда возьму. Это клубника. Значит, один ряд клубника-банан, а другой ряд как будет. Здесь тоже клубника. Значит, клубника-банан и клубника. Не могу одной рукой открыть. Вот клубника-банан на выбор. Жидкий йогурт. Фирмы Данон. Вот так вот сегодня дополнительно получали из школы, и вот такие вот продукты еще получила. Спагетти такие. Сколько граммов? Вот 454 грамма. Обычные, а эти такие тоненькие, можно в суп добавлять. Они оба один. Фирма тоненькие, бывает иногда потолще, на второе это чуть тоньше.